можно было бы попробовать. А вы пока посмотрите, что вас ждет на будущей неделе. В следующей программе вы увидите. Еще вчера Мухтар Гусейнганджиев был заключенным исправительно-трудовой колонии. Сегодня в книге рекордов Гиннесса он самый гибкий мужчина на Земле. Знай наших. Еще вчера Мухтар Гусейнганджиев был заключенным исправительно-трудовой колонии. Сегодня в книге рекордов Гиннесса он самый гибкий мужчина на Земле. Именно в тюрьме Мухтар развил свои уникальные способности. Чтобы не сойти с ума в камере одиночки, он и начал тренироваться. Родственники очень переживали. Выйдя из тюрьмы, Мухтар никак не хотел жениться и целыми днями сидел завязанный узлом. Тогда-то они решили пригласить ему врача-психотерапевта. Он мне советовал как-то, показывал упражнения, что это положительно влияет на потенцию. Я говорю, ты мне покажи лучи, которые отрицательно влияют, мне наоборот поубавить надо. Но родственники даже не подозревали, что есть у Мухтара тайная страсть – замужние женщины. Мухтар утверждает, только такие порочные связи повышают у него адреналин. А это, в свою очередь, положительно влияет на гибкость. Однажды мне случилось залезть в спортивную сумку мужа одной девушки, у которой я находился. Неожиданно звонок в дверь, появился муж. Я, значит, весь сложился в кусочек, непонятно чего. Вот. Залез в сумку, и меня, значит, закрыли молнию, и я должен был там не шевелиться до тех пор, пока она не придумала какую-то причину, чтобы он сходил в магазин. В кругу друзей Мухтар славился завидным женихом, поэтому от невест отбоя нет. Оно и понятно, ест мало, зарабатывает много, да и проблем с одеждой у него не возникает. Тут я зашел в магазин, и симпатичная продавщица спрашивает, какой вам размер рубашки? Я говорю, а мне все равно, я регулирую плечи, регулирую шею, так что я сам подстроюсь под нее. Вот талант так талант, а какие выгоды. Хочешь с женой на курорт полететь, ей билет купил, а сам в чемодане едешь. Но самый-то кайф в чем? Это когда спина чешется. Попробуй, нормальный человек, достань-ка до нужного места. А Мухтар другое дело. Хочешь, палец к спине вывернет, а хочешь, спину к пальцу. Вот только за его будущую семейную жизнь немного страшновато. Но это уж из такого гибкого-то мужика. Одно удовольствие веревки-то видеть. Ты уж, Мухтар, поосторожнее.